Сегодняшняя пресс-конференция посвящена теме «Опыт раздельного Оно работает, да? Приступая к внедрению раздельного сбора отходов в отдельно взятом микрорайоне, необходимо отметить тот факт, что нельзя одно звено вырвать из цепочки. Алексей Дурнев, сайт lumpina.com. У меня вопрос к Максиму Байдаченко. Вот вы занимаетесь мусором, а нас беспокоят мусора. Когда вы планируете заняться этим вопросом? Можно уточнить вопрос, что значит мусора? Вы не поняли? Нет. Вы знаете, взаимоотношения с правоохранительными органами не входят в круг интересов нашей организации, поэтому я некомпетентен ответить на этот вопрос.